Привет, как меня слышно? Привет. Приветик. Привет. Что ты нарядила на себя? Сними эту хуйню. Что тебе не нравится? А как? Как мне сделать, чтобы тебе понравиться? Знаете, как? Что мне снилось? Блин, у меня такой эмоциональный сон сегодня был. Но я сегодня проснулась, практически проснулась, от того мне хотелось орать, кричать и плакать. Мне снилось. Булочка, синебон, булочка с корицей, политая кремом. И я просила маму ее купить, а мама мне ее не купила. И я кричала, я вопила, где моя булочка? Почему я осталась без булочки? И я проснулась с таким вот просто чувством. Где моя булочка? Почему я осталась без булочки? Где моя булочка? Я какая киса, да, я киса, мяу. Мяу, мяу, я киса, мяу. Я не понимаю, зачем делать, типа, сзади? Для кого? Ну, для кого вы это сзади рисуете? Почему рисунок, самый классный рисунок, он сзади? Вы посмотрите, почему самый классный рисунок сзади? Мне же как мне ее носить вообще? Для Что написали? Ладно, ребята, идем играть великолепную игру Enlisted. Ой, меня подстрелили, ой-ой-ой. У меня вот проблемы с мышкой, видимо. Мышку нельзя починить, если долбить об стол, да? Думаете? У меня рука заболела после того, как я по мышке ёбнула. Вот, сейчас нормально все. У меня ладошка теперь болит от того, что я пиздец по мышке. Ты, наверное, насквиртила случайно на мышку. Сквиртила, да-да. С! Не отдадим С! Наша С! Побежали на С! Подстрелен. Ну, вот так бывает. Не увидел даже противника. На так, на настоящей войне, ребят, как бы. Все основано на реальных событиях. Так и на настоящей войне вы даже не увидели противника. А с обосравшимися штанами бежите на точку С, и вас как бы подстреливают. Во, убила. Все, уничтожила дешевку, размазала. Нет патронов, нужно слиться. Дать приказы. Захватите и удерживайте стратегические точки. Приказ понят. Захватываем и удерживаем стратегические точки. Ну, скорее всего, мы проиграем эту игру. Но ничего, ребят, это первая игра для разогрева. Неправда, я не всегда проигрываю. Что ты врешь? Ты вообще... Ты смотрел предыдущий стрим? У меня там было по 50 киллов, и у меня винстрик был. Не ври. Смотрите, сколько у меня за эту игру киллов. Покажут? Сколько у меня? 20 киллов у меня! Чё, ты не веришь, что у меня было 50? Посмотри, у кого-то вообще ноль. Я не самая плохая, я не самая... Вообще тебя не бил киллов. Ну, как бы по факту, что я счет как-то фабриковала или что, я не понимаю. Что за даёб, блядь, не видела тебя. Ну, лучше смотри. Я не знаю, что ты там делаешь. В чате срёшь. Смотри на экран, на мою игру и учись. Фузен Хантер, спасибо за поддержку. Мы березку срубили, березку передавили, березку нашу, русскую березку. Вот укуем. Это не свой, это враг. Видели, пробитие есть. Да что вы врете, вы меня дезинформируете специально, блин, стрим-снайперы. Это враг. Да это враг. В смысле не враг? Да вот он вылез. Да что вы врете? Вы специально... Вы провокаторы! Вы видели? Это я его взорвала! Вы реально меня... Вы мне сейчас лапшу на уши будете вешать? Мне, детки-геймерши? Врете, провокаторы! Вы провокаторы, лжецы! Хотите, чтобы я проиграла, а потом мне писать, что я хуёво играю, да? Я танк загасила. Самого главного противника. Это кто вообще тут ездит? Ты чё, ездить? Сейчас я повернусь. Я убила главного босса, танка. Вы вообще нормальные? Умерла за игру. Ой, это наш. Что тебе надо, стрим-снайпер? Отвали. Ты стрим-снайпер?
Ну привет. Ну ты союзник. Много сделай, я езжу на танке, меня все боятся. Просто противники боятся подходить вообще на точке. Они стоят на респе, потому что видят, что я профессиональная геймерша, езжу на танке здесь. Сзади, блин, стрим-снайпер меня подкараулил. Опять я повелась на вас, провокаторов из чата. О! О! Поехали! Бибип! Бибип! Да что ты меня убиваешь? Это я свой! С пистолета его сейчас убью. Сзади! Сзади подкараулил! Меня забайтили выйти из танка. Опять. О, давайте ангелочков делать. На снегу. Фиксируйте! Быстро фиксируйте! Вторая по киллам, сейчас возьмем. Какое в крысу? Я не понимаю, почему вы отрицаете мой скилл, мой профессиональный скилл игры, я не понимаю. Пугачёва в молодости! Пугачёва! Кто я? Почему Пугачёва? Я просто не понимаю, почему какие-то парики у вас вызывают ассоциацию с Пугачёвой. У вас настолько узкий кругозор, что вы кроме телевизора ничего нигде не видели девушек с розовыми волосами или что, я не понимаю. 41 килл, 41 килл, 41. Ребята, мы почти пришли к победе, к 50 киллам. В смысле, блядь, я сконцентрирована на... Какой, с каким я ебаным должна сидеть? Вы думаете, ваши деды улыбались на войне? Блин, это я еще не рассказывала. А я рассказывала вам, что у меня по району еще ходил чувак, который, ну, типа, эксгибиционист. Показывал. Мне тогда было лет 10. И я вообще испугалась. Я из дома не выходила. И боялась сказать. Потому что меня бы вообще тогда не выпустили. А был какой-то чел, который голубей ел, например. Ну, то есть сумасшедшие. Ну, реальные сумасшедшие. Во, отсюда. Да блин, ну как? А, это рофл был. А чё, правда? Я помню тот день, когда я узнала слово. Это было во дворе на лавочке. Боже, вы такие просто одуванчики. В школе изучила, в 14 лет. Вы серьезно? Кудрявая ярость. Я кудрявая ярость, да. Такое надо было не сделать. Я помню, когда я приехала, и, короче, я не разговаривала на итальянском еще. Ну, точнее, изучала итальянский. Я сказала учительнице слово «фиго». А это типа пиздата. Я думала, это круто, а это, оказывается, было пиздата. Мы убили 12 противников, мы справились с этой задачей, чат. Ну что, вы рады за меня? Я убила 12 противников. А чего добились вы, ребята? Чего добились вы? О, самолетик! Летаем на самолетике! У-ху, летаем! Победа! Мы выиграли! Мы выиграли! Это наша первая победа, ребята! Мы выиграли! Ура! Как звали тёлку рыжую из Игры престолов? Санса? Санса? Ой, как красиво, смотрите. Блин, эстетичный бы скриншот получился, если бы меня не убили. Вы видели там какие эти лотосы и труп лежал? А как им управлять? А куда стрелять? Нормально постреляли? В смысле? Я не ломала, это тактический ход. Буду отстаивать дальше С. Привет. 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 Тебя потыкать? Поражение? В смысле? Мы же отвоевали. Блин, меня что-то тошнить начало. От таких маневров. Беременна! Тебя тошнит! Ты беременна! Ты, наверное, беременна! Ну ты же женщина! Что у тебя еще может быть? Ну беременность столько, да? Вот вы знаете, что у меня слабая вестибулярка, и все равно меня заставляете на самолетах летать, да? А я далеко улетела уже от поля битвы, кстати. Нет, 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 нет! Чаем награду! 10 битв! Ребята, мы сыграли за сегодня 10 битв! Ничего себе, круто. Вот, надеюсь, вам понравилось.
увидимся с вами завтра в то же время. И пока-пока, всем хорошего вечера, всем пока-пока. Пока-пока. Увидимся завтра. До скорых встреч, всем пока.